Мне срочно нужна ваша помощь. Один из бойцов долга скоро умрет от воздействия яда неизвестных мне кровососов. Ты уверена, что это яд именно кровососов? Я так надеялся, что больше никогда не услышу об этом. В обычных кровососных железах, расположенных на их щупальцах, находится токсин, лишь парализующий жертву. Но у некоторых особей адских кровососов имеется яд, который они вводят в свою добычу. Через некоторое время жертва погибает. Это своего рода защитная функция, позволяющая убивать другие виды живых организмов, которые сильнее кровососа. Этот вид крайне редко встречается на просторах зоны. Это познавательно, но время уходит. У бедняги осталось мало времени. К счастью, Костоправу удалось найти противоядие. Но ингредиент будет трудно раздобыть. Одним из них является фермент, содержащимся в ядовитом жале самок скорпионец. Они обитают лишь на болотах. Чтобы заполучить сами жало, придется действовать нестандартно. Убивать летающего мутанта обычным оружием нельзя, так как жало можно повредить случайным выстрелом. Вспоминая охотника Дэна, как-то рассказывал, что мстители в борьбе с этими насекомыми используют дымовые шашки. Это идеальный вариант для нас. Охотникам однажды удалось подстрелить одного из мстителей. Так вот, его КБК имел заметку о том, что шашки хранятся на чердаке одного из домов хутора. Найди схрон и с помощью дыма истреби самок скорпионец. 5 жал будет достаточно для снадобья. Но будь осторожен, сейчас время спаривания. Вокруг самок летает множество самцов. Они имеют ярко-желто-зеленую окраску. Для привлечения самок, сами же самки скорпионов мух окрашены в красный цвет, ты их не перепутаешь. Так, что там дали по списку? Цветок амелия. Это однолетнее растение и растет только в темной лощине. Я раньше собирал лепестки этого цветка для различных снадобий, но мои запасы закончились. Помню, месяц назад калмык нашел пару цветков. Надеюсь, он еще не использовал в своих отварах. Для противоядия как раз нужно 2 цветка. Сходи к нему, объясни ситуацию. Думаю, он не откажет. Записал. Помчался на болото. Привет. Мне нужны 2 цветка амелия. Доктор сказал, что они есть у тебя. Никак. Вот и хорошо. Тогда док должен был сказать, что заполучить цветки не так-то просто. Я неделю бродил в темной лощине в их поисках. Зачем они тебе понадобились? Один хороший человек умирает. Амелия нужна доктору для создания противоядия, как и жало скорпионец. Кстати, где их можно встретить? Чего заскучали, мужики? Самки и самцы скорпионовых мух часто летают вокруг заброшенного хутора, в радиусе примерно 200 метров от него. Так а насчет цветков? Боюсь, у меня остался только один. Второй я использовал снадобье, которое сейчас готовлю по старинному рецепту своей бабки. Ну хорошо, я дам тебе последний цветок и расскажу, где в лощине еще можно раздобыть эти цветы. Но попрошу выполнить небольшое поручение. Мое снадобье почти готово, но мне не хватает кое-каких компонентов. А точнее печени летучих мышей. В зоне их не встретишь. Зато крыланов полным-полно. Они часто летают на полянке с разбитыми лодками, что на востоке отсюда. Самому отстреливать мутантов некогда. Зелье варенья не терпит ошибок и требует постоянного контроля над варкой и количеством добавляемых ингредиентов. Собирал бы ты для меня ливеры летучих бестий? Штучек 5. Потом сочнемся, лады? А амелию стоит поискать в южной части лощины. Недалеко от дороги на кордон имеется старинная аномалия. Небольшие островки земли, вырванные из грунта, паят прямо в воздухе. Вот на одном из островков часто вырастает разыскиваемый тобой цветок. Остерегайся, скорпионец. Я нередко встречал их в тех местах. Это труда не составит, но займет какое-то время.
Потрошитель из меня не очень. Торопился сильно. Сам рассортируй. Какие печенки не повреждены, а какие место на помойке. Отходов у меня не остается. Все идет в дело. И крылья летучих мышей, и сиськи женских зомбарей. Забирай цветок. Доку привет передавай. Чем в окошко залез? Зашел водички попить. Смотрю, никого нет, вот и залез. Док, я все собрал для противоядия. Вам привет от Калмыка. Молодец. Мне потребуется примерно 4 часа для создания снадобья. Зайди позже. Хорошо, скоро увидимся. Профессиональный снайпер, например, как Валерка Челябинский, проучил банду любителей чужого добра. Сейчас расскажу. Короче, бандюки... Как дела, док? Противоядие готово? Да, можешь забирать. Пусть выпьет залпом. Поспеши, времени у тебя почти не осталось. Спасибо большое. Гром, я нашел доктора. Он создал противоядие для тебя. Боже, ты даже не представляешь, как рад я это слышать. Не теряй времени, выпей это залпом. Ну и гадость. Надеюсь, мне хуже от этой дряни не станет. Хотя куда хуже. Благодарю за то, что ты сделал для меня. Вот КПК того бандита. Как ты уже знаешь, долг долги возвращает. На металлургическом заводе, возле электропостанции, есть водонапорная башня. На ней лежит рюкзак подстреленного мной наемника. Наводка не липа, уверяю тебя. Бери все, что захочешь. Еще раз спасибо. Рад, что удалось тебе помочь. Как-нибудь увидимся.